Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться историей двух интересных американских женщин, которые продают вот этот дом, очень красивый, за... так, по-моему, 480 тысяч долларов. Вот, и всю мебель. И это они просто отдают в дар. Когда-то они начинали продавать ее. Мы, по-моему, приезжали, да, немножко там какие вещи брали. А сейчас они просто отдают. А они... Вот. Одна и вторая. Почему они продают? Потому что отец свободы, как они сказали, не переезжает такой дом на колесиках. Будут так жить. Вот так вот. Я сказала, что они сумасшедшие, но они говорят, что да. Много считают сумасшедшими их. Вот у этой рыженькой дамы есть дочка, а вот у этой нет. Вот. Но они, в принципе, так все везде изъездили, но... Вот такие вот бывают интересные люди. Это уже, по-моему, второй заход. Ну, а мой муж бизнесмен, он это все быстренько реализует. К чему я это все записываю и говорю? Интересно. Кто-нибудь еще так захотел бы жить? Без обязательств больших, без оплачивания биллов. А просто взять и все бросить. Ну как все, да. Такой вот дом большой. Вот мой муж надевает на меня шляпу. Да, все бросить и жить свободно. Успеть посмотреть мир и наслаждаться жизнью. Не знаю. Хватит ли смелости мне, например, освободиться от этих социальных страхов, когда ты можешь себе позволить делать все, что ты хочешь. Что вы думаете по этому поводу, друзья? Вот еще хотел добавить, сколько они всего отдают. И, кстати, они не первые, которые так отдают. Американцы очень, кстати, щедрые люди. Щедрые, добродушные люди. Не верьте новостям, которые сжигают вражду между нами. Вот, ты что, be careful? Да. Да-да. Эх. No fit. Anything else? Oh, let's see. Do you want to make another trip back? We can make another one. This probably fit. А это для чего? What is that? Is that for для, для кошек? Oh, look at this. Пуфик? Ну что ты, не надо, так не надо так делать вот так вот опять. Как? О, beautiful. О, как же вам идет. That's good for you, actually. You don't want to keep it, huh? No. Не хочешь оставлять. Материал. Why? Why not? Вот для картинок пойдем. You go on Germany. Germany. Oh, that's the you. It is you go, you go. Go on Germany. Что? О.
YouTube. Sit more on YouTube. Такая картина, по-моему, она художница. Ой, я даже не знаю, как ее зовут, надо просить. Ну, муж, конечно, знает этот доллар. Так что вот такие вот много-много здесь. Ой, ангел. Можно такого мне тоже пробовать слепить. На $3. $3 я продаю чуть-чуть дороже. С истером, потому что 93% американцев верующие, католики, протестанты, православных мало. Ну, молодцы они. Ну, ну, здесь было много, они освободили уже. Такие вот чистые гаражи. Полочка красивая. Ну, я бы хотела жить, наоборот, в доме своем. Не знаю. Нужно устраивать свой гараж. Вот такой вот рядом дом красивый. Ну, не знаю, я бы, наверное, не согласилась его продавать. Ладно, до новых встреч. Бренда и Марина. Hi. Hello. Russia. So she... What's your name? Colette? Калет. 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 Француженка. Oh, Калет. Я им говорю, thank you. Я им говорю, спасибо. Они говорят, no, thank you. Oh, thank you. А за что спроси? Merci. Merci. Why do you say thank to us? Спасибо. Because you've helped us. Yes. Короче, потому что мы ей помогаем. A big help. Yes. Большая помощь. Вот так вот. Помогаем очищать гараж. Окей. Hello to бабушка. Yeah, hi бабушка. Бабушка. We love бабушка. I used to read a little, I used to babysit some little Greek girls. Mm-hmm. And I used to read to them. Madame Babushka was the book. And so it would be...